Что-то я задумался. Вообще они знают, что я стримлю, как бы, и что есть трансляции, где можно живую посмотреть, но Twitch, видимо, для них очень сложно. Потому что я 500 раз про Twitch сказал, это просто проигнорено. Меня бы спрашивали. Ну, они знают, что я стримлю. Спрашивали 500 раз, я 500 раз отвечал, и все равно они не могут найти этот Twitch. Блять, последнее, да. Блять. Нашли хотя бы YouTube, и слава богу. Twitch телевизор. Я им еще про Discord рассказывал. Это еще сложнее. Ну, они, у меня батя очень-очень долго в телегу не хотел соваться. Он говорил, телега говно. Я спрашивал, почему? Он говорил, телега говно. Он даже не пробовал и говорит, что это говно. Сидел в своем WhatsApp. И в Viber, блядь. Я говорю, телега лучше намного, попробуй, пожалуйста. Слава богу, он попробовал. Видимо, если он до сих пор там сидит... Видимо, ему норм. Но он долго брыкался. Опять странно пойду. Рандом, слава богу. Чокол. Что это было? Я как чувствовал. Ладно. Неприятно, но похуй. Вот тут так прыгнул. Окей. Thank you.
Хорошо. Это что? Случайно от платформы отскочил. Вместо того, чтобы прилипнуть. Да блять, что? Ты прикалываешься? Блять, что за хуйня? Раном говна. Тамах тоже слабый. Ну, эй. Можно чего чуточку лучше. Вот Twitch, зараза. Я, кстати, пытался максимально отключить везде рекламу. Я не знаю, как она еще где-то щемится. Блять. Сука, ну ты что за хуйню делаешь? Окей, сложный прыжок. Сложный коридор. Пережду. Пережду. Не оптимально на старте. Зато живу. Наверное.
слабенько. Пришлось выкручиваться за бомб. Я так обычно не делаю. Да, блядь, что за пиздец? Что, блядь, за пиздец? Упал. Что? 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 Ладно. Господи, лол, заебись начало. First Strike надо, сказал я. Охуенно. Какой тут там луз, блядь, 30 секунд или сколько, или 40, блядь. Сколько я тут срал. Чё, блядь, чё? Чуть не забыл, кстати, про трап. Не угадал.
ничего не сделал, по-моему. Блять, сука, что? Лево. Finally, first try. Право. Хорош. Все свои смерти ты оставил на том экране тупом. Больше умирать нельзя. Ебать, лол. Фрикана, хуйню духну. Пиздец. Чёрт. Чуть об маску не въебался. Да, нормально. ВР плюс 5 нормально. Зато нервничаю меньше. Ищу плюсы, как говорится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хуйню какую-то сделал, ладно. А, ладно, похуй. Молодец. Как это нагодится? Да, прыжков дохуя. Ничего страшного. Отлично. Что я делаю? Не рискуем. Пошла твера плюс 8. Что мне резать эти? Антивирус, привет! Давно не виделись!
Все под контролем, ну чё. Батька играет. Разминочная, да. Видишь, сэкономил секунду влево, потыкал. Ща, так по секунде. Нормально будет. Поехали, блять. Ну нахер. Вот уже минуту, блять, выпал. Сука. Ну я не буду так умирать. Почти. Почти, нет, это не почти было, это просто криво было. Блять, хорош! Хорош, я не могу попасть в гейт, сука. Я не могу ничего. Блять. Блять, ну это ж изи, блять. Ладно, это не изи, ладно. Я умираю бы все. Да, блять, я еще не попадаю. Херово идет после стейдж. После стейдж херово идет. Абсолютно везде. Контроль. Ок. Все окей. Я спать спокойно ночью. Спасибо, что смотрел. Пранутый. Еще вопросы есть по поводу, почему не резет? Сука. Да задавайте, что вы сам. Не стесняйтесь. Годится. Такая смея годится. А, окей. СЭУСе нет, вроде. Сделать вот так вот.
Ой, бля. Это было опасно. Блять. Ну, сука, ну что такое? Ну тут пиздец. Все еще ВРС, кстати. Опять без подушки, блять. Боже. Я слил то время, которое ты слил там. Мне кажется. Блять, чуть не обосрался. Так, Соник, самое главное Соник, блять. Он, блядь, на присесный, блять. Уж одноприсестный, сука. Let's go. Еще одна непосредственная штука. Годится. Самый сложный сейф. Окей. Заказать я забыл. Окей.
Доджи третий поставил. Так, блять, рано. Застраховался. Ты знаешь, может, сейчас Хаткей выпрыгнет. Вот это самое сложное атака. Доджи прилетит. Хуйня полная. На домах. Потому что тоже были приоритеты. Что за пиздец? Окей. Вопрос времени было, как я сказал. Спасибо, 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 спасибо. Еще вопросы, почему не резет? Ладно, я рофлю. Просто мне понравился этот вопрос. Я просто рофлю. Да, я в шутку. Не, просто ранрили говно был, но это говно можно было все равно на VR протянуть. Я протянул. Почему бы и нет? Типа, я знал, что ран отвратительный. Если бы я бегал для себя, я бы зарезетил. Я бегал на VR. Бля, это не Sub 35? Или не Sub 35. Я сделаю Sub 35, если ты сделаешь Sub 35-17. Давай, запускай. У тебя, правда, там уже 22 ночи. Ну, похуй, запускай. Я не буду просто так Sub 35 делать. Блин, жалко, обидно. Очень жалко. Я обычно просто не привык бить VR свои. Типа, из принципа. Те, кто не видел. Вы наклипте ту херню, что вчера или позавчера произошло. Драк, кстати, VR пропустил. Драк все пропускает в последнее время. Мне его жалко. Я не хотел Sub 35. Если я говорил что-то про Sub 35, то это просто так округлить было. Типа на Sub 35 или не на Sub. Я никогда не говорил, я хочу Sub 35. У меня цель была VR. 23 часа убили. Чистых спидранов. Еще чека смертей нету, чтобы поугадывать, сколько смертей я сделал. Не, ну, судя по тому, что происходит на сплитах, вот тут мы бежали в ноль, вот тут мы немножко в плюс, вот тут мы еще больше в плюс, вот тут мы, конечно, срезали благодаря скипу, и то криво его сделали.
Мы срезали благодаря тому, что мы пробежали этот стейдж еще хуже, чем... Чуть лучше, чем в прошлый раз. А в прошлый раз вообще отвратительно было. Стейдж Rush то же самое, кстати. Тоже мы пробежали чуть лучше самого худшего. И на финальном боссе у меня всегда трэш происходил. И я его зафирстраил. 1.28 BBF надо делать. Блин, теперь это мем какой-то. У меня, кстати, дропы где-то были, хер знает где. Ну, чуть-чуть, мало. Ник, одобряешь рано или не одобряешь? Сейчас скажет, нет, иди бегай на сап 35. Не одобряю.